Инициатива команды Артема Чеботарева не единственный пример объединения граждан на спортивной почве. Еще как минимум об одном случае на личной встрече губернатору рассказала ветеран саратовского спорта Тамара Ненадых. Городской клуб ветеранов вдохновения, который она возглавляет, объединяет около 500 женщин всех возрастов. Они занимаются в секциях настольного тенниса, волейбола, в тренажерном зале, а также участвуют во всероссийских соревнованиях. Глава региона отметил, что пример ветеранов спорта – показателен для молодого поколения спортсменов. И это выражается в достижениях. Мы можем сегодня радоваться нашей спортивной молодежью. Только вчера вот у нас Томашевский стал чемпионом России по шахматам. Да, три уже наших, я говорил, спортсмена завоевали, вернее, четыре путевки. Мы завоевали уже на Олимпиаду 2016 года. Мы поставили перед собой, не будем опережать события, хорошие амбициозные цели, чтобы как минимум 8 путевок иметь. Удастся, не удастся. Третий вопрос – это спорт, это борьба. Но сам процесс, он вот идет так вот.